Ну, говори, что. И, так мне понравилось все. Он и симпатичный был, и аккуратный, сейчас и уже рыбачить, уже. И охотничать мог. Нормальная была девушка, вот, скромная. Угу. Ее все уважали. Ну, и я начал за ней ухаживать. А почему не может? Мы же вот живем и любим друг друга. Ну, надо уважать человека и все. Где-то подшутить, где-то. Дед любит подшучивать иногда. А как вы подшучиваете друг на друга? Так всяко бывает. Ну, он меня вот старушкой, почему стал старушкой из Эльги, друг цыганкой. Я люблю цыганские песни, романс, он мне цыганкой. А вы как подшучиваете над супругом? Так всякое бывает. Я говорю, про тебя песен много поется, про Ваню. И по-грузински он Вано, и по-русски Ваня. Я Манси. И Манси. Да, ось я масонка пачка. Ну, вот борщ он не любит. Я вот уху люблю тоже, а он уху сначала вроде бы. Там все время ели или уж наелся, не так. А борщ вот он не любит, как-то не любит. Лосина. Любил я, кос убивал диких, козлятину любил. Не тебя спрашивают, а про жену, что она? А, жена? А жена, потому что я любил, и она любила это. Предложу, и она это и готовила. Больших ссор не было, так только, по мелочи. Как в песне поется, в нашей жизни всякое бывает. Набегает тучами гроза, тучи уплывают, ветер утихает, и опять синеют небеса. Так и у нас. Раз что-то друг на дружку попыхтели, отошли, потом через минуту уже опять вместе. Угу. Как-нибудь жизнь, 66 лет прожить и уже где-то не поссориться. Даже и так из-за чего-нибудь, из-за пустяка. Ну, я раньше любила вышивать, любила, немножко вязала, вот, танцевать любила. Ну, выпьет, когда она много поет, я не запоминаю даже все. Много она их знает. Она певица хорошая, она ходила в хор когда-то, в коллективный. Ну вот он раньше, когда на севере жили, он любил и рыбачить, и охотничать. Заниматься. Ну вот когда дача была, я любил там и ночевать и оставался, и жить тебя там про меня оставался. А про тебя-то что? Ну, когда она... Кроме дачи, я чем дома занималась, когда на пенсии была? Чем ты? Меня любила. Познакомились мы в селе Нахрачи Кандинского района. Я второй год работала учителем русского языка и литературы. Восьмые классы у меня были, а он в 54-м году закончил Ленинградский институт Герцен, тоже приехал туда. И вот познакомились, год еще он проработал. И в 55-м году мы поженились 13 августа. И я помню, мне мама так говорила, за кого хочешь, сама выходит, сердце тебе подскажет. Лучше, конечно, чтобы на всю жизнь. Я почему-то выходила и думала, что на всю жизнь. Свадьба, это сейчас называют свадьбой, ни фаты, ничего не было. У меня было платьишко, это, я не знаю, маркизет или как называли, то, из тонкой материи, зеленая с белыми горошком. Белым горошком, белый воротничок. Вот, у мамы поехали в отпуск, он говорит, пиши матери, приедем вместе. Я люблю романсы. Мне нравится романс. Дорогой длинною ехали на тройке с бубенцами. Вот люблю романс, люблю дружба, когда простым и нежным взором. Вот этот романс люблю. Иногда смотришь, она запела, я подойду. Ты с чего это хоть? А настроение поднялось. Вот и все. Меня настроение поднимется. Ну, ему вот сейчас, когда повторяют эти песни по два, по три куплета, одно и то же ему не нравится, говорит, как дураки. Вы обо мне забыли, трясутся. Наверное, да? Нет. Сейчас тебя пригласят. Вот это ему не нравится.
Ну, вот нравится, как раньше было, чтобы платье не по полу, но чтобы и не короткое, вот это ему не нравится. Это что, говорит, такое? Полуголые выходят. Сумасшедшая, это вот это вот всякие, это не нравится. Народные. Народные частушки люблю. И в хорошем исполнении, вот. Ну, как, пригласить в кино, в хороший фильм. Подарить ей на день рождения цветы. Ну, а больше-то что? Ну, всегда уж калоши. Мода была, помните, на туфельки поставит, наденет, поможет надеть пальто. Он и сейчас, когда... Ну, ухаживал, в общем. Не было того, как вот сейчас шоколадно-букетный. Дети войны мы в строгости росли, в труде выросли. На полях работали. Он тоже, он с 6 лет остался от матери, в 11 отец ушел на фронт. Так что... Он у меня вообще-то горячий мужчина-то. Что-нибудь может наговорить сгоряча, обидишься, а потом думаешь, да где-то он и прав. Все, нет, на кого не было, чтобы он уходил, брал чемоданы. Матвеев рассказывал, артист Матвеев был у нас, он рассказывал, что он брал чемодан, уходил, через неделю вернулся. Я бы уж тогда не вернулся, если бы с чемоданом вышел, так никогда бы уж не вернулся. Дети любят. Я и воспитывала так, что папа у нас всех лучше, папа вот то умеет, другое. Уважать друг друга, любить, быть с соседями в хороших отношениях. И тогда вроде и жизнь кажется какой-то хорошей, интересной. И никаких не должно быть ссор, неприязни никаких. Не изменять, не врать друг другу, жить честно, вот и все. А если все-таки ссоры случаются? Ну, простить уж, может быть, если по какой-то нехорошей такой маловажной причине, конечно, надо прощать друг другу. А иначе как жить-то тогда с ним, смотреть на него и о нем думать? Тогда нечего его уважать уже. Не заслужил. Мы поздно прозреваем, очень поздно. Мол, все успеем сделать и сказать, пока нам возраст не напомнит грозно. Все на потом, ведь можно опоздать. Недолог век, не стоит огорчаться. Задумаешься и увидишь вдруг, как мало тех, с кем ты привык общаться, как предел друзей надежный круг. Ты осознаешь, время скоротечно. Притормозишь на новом рубеже, и столько слов появится сердечных, кому сказать их? Некому уже. А потому, пока ты есть на свете, порывы сердца сразу примечай, и не храни в себе ты чувства эти. Люби, благодари, прощай. Пока душа навеки не остыла, добра родным и близким не жалей. Сказать и сделать все, что нужно было, не позабудь, а главное – успей.